Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. Сегодня 9 сентября 2021 года. Я нахожусь на Патрокле. 5 вечера, закат. Мы видим саперов. Вот так горожане города отдыхают, у которых есть сап. Смотрите, какое море красивое. Барашки волн набегают на сушу. Такие белые, большие волны. Люди на Патрокле купаются. О! Электроскутер. Или там просто крыло у него. Там вдалеке рыболовецкое судно какое-то, рыболовное. Дальше вдалеке вон сухогрузы стоят на море. Море шумит так приятно, волны раскатываются. Видимость не очень хорошая, там большой камень не сильно видно вдалеке, но в целом достаточно неплохая. Морские пейзажи завораживают. Хочется на них смотреть и смотреть. Приятно сидеть на солнышке, наблюдать за всем этим великолепием на камушках. Кстати, людей не сильно много. Сегодня четверг. Город живет своей размеренной жизнью. Там вдалеке волны бьются о скалы. Надо сказать, что волны не сильно большие. Шторм здесь, они, конечно, намного больше. Что касается волн, то буквально 25 августа девчонки пошли пофотографироваться на скалы. Было волнение сильное. И, к сожалению, одна из волн перехлестнулась через камни и утащила девчонок в море. Одна из них, к сожалению, погибла. Поэтому будьте аккуратны. И я думаю, не очень хорошая идея фотографироваться на фоне волн огромных на скалах. Это иногда заканчивается очень трагично. Наверное, каждый год такая история повторяется, поэтому нужно быть очень внимательными и аккуратными во время шторма, во время сильного волнения, и не пренебрегать силами стихии. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, мне приятно. Спасибо за просмотр. И увидимся в новых видео. Благодарю за комментарии, за активность под данным видео. Блог Владивосток. Еще больше интересных, различных и красивых видео на моем канале.